Скажи, а что у тебя с ногой случилось? Перелом. Откуда перелом? На бомбе. На мине подорвались. Вот мужчина наш, который забирает. Церковные ребята. Вас проверили? Да. Давайте тогда. Это город Руим сейчас. Нет ни одной дороги, ни одного здания, где бы не было прилета. Все разрушено. Прямое попадание было в роддом. Мы эвакуировали, старались оттуда беременных женщин. У них разорваны животы. Это не рассказать даже словами и не описать, что вообще там происходило. Люди едят сырое мясо. Готовят на кострах. Много, ну просто там людей убивают. Города нет. Ну, его, ну, равняют землей. Это самая большая проблема, что обрезали от цивилизации. То есть там, там абсолютно остановилось время. Там полностью ты изолирован, и вот это самое страшное было остаться просто вот там вот изолированным под этими бомбами. Куча мертвых. Мертвых хоронят просто во дворах. Очень много погибло моих друзей, с которыми я учился и тренировался. Погибли пацаны мои. И это людей не вернуть. Ну, у меня даже есть какое-то чувство вины за то, что я выжила, а те остались люди, потому что, ну, это ужасно. У нас нет ничего, ни там ничего, бизнеса, ни школ, ничего. Иногда ездили в поисках продуктов ближе к центру. Ну, то, что встречалось, это просто анархия. Потом уже стало понятно, что взрывается все чаще, все ближе, и очень опасно, маленький ребенок, нет медикаментов, нет продуктов. Ну, то есть дальше оставаться было нельзя. То есть либо ты в городе умрешь, либо ты будешь выезжать из города. И, ну, как бы, ну, мы приняли решение, что как бы, если есть надежда, в городе очень страшно, то надо выезжать оттуда. А у меня бабушка? У меня там осталась мама. Ну, я не знаю, она живая или нет. Осталась бабушка, потому что пенсионеры, они просто не хотят уезжать из дома. Выехать оттуда было вообще, ну, нереально. Ты бежишь к машине и успеваешь только схватить ее за ручку и убегаешь опять в убежище, потому что оно все над тобой свистит. Расскажите, что вы оставили позади себя? Наверное, я сейчас буду плакать, да? Дома, семью. Все мы там оставили. Ты бежишь и смотришь, здесь трупы накрытые, здесь воронка там, я не знаю, с автомобиль, наверное, здесь, и ты прячешься в подъезд, переждал там какой-то залп, бежишь дальше, опять в подъезд переждал, ну, то есть это на адреналине, у меня так вся жизнь перед глазами. Вся дорога была как заяц в поле, знаете, вот ехать, то есть, ну, вся дорога была очень страшная. Просто ощущение страха, естественно, сами военные. Все это пугает, знаете, когда проезжаешь, ты смотришь и боишься, что они здесь.
Вот уже здесь, сейчас мы можем хоть чуть-чуть выдохнуть.